Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую мягкую игрушку, совушку, которая связана из плюшевой пряжи. У нее есть хвостик, крылышки, ножки, так, шарфик, который тоже снимается. И самая вот основная, это у нас Гималая Dolphin Baby пряжа. Если у вас нету такой, вяжите из Дольче, может, у вас есть, или Ализе Софти. В две ниточки также можно использовать. И эту пряжу я буду вязать крючком номер 5. Также нам понадобится вот ножки, шарфик, глазки и клювик. Также нам понадобится желтый цвет. Если у вас есть оранжевый, можете брать оранжевый. Если нету желтого, смотрите уже сами, как бы вот, но чтобы цвета, в принципе, совпадали. И это Yarnart Cotton Soft, там, где у нас 600 метров в 100 граммах. Если у вас нету такой, вы берете Yarnart Jeans или Alize Cotton Gold в одну ниточку. Я буду вязать в две крючком 2,5. Так, также нам понадобится наполнитель. Иголочка, крючки, так, 5 и 2,5, ножнички, палочка для набивания, зажигалка для того, чтобы обжигать нить, вот эту плюшевую, потому что, чтобы она не сыпалась, так, и глазки. Глазки я буду применять здесь на безопасном креплении. Если у вас нету таких, вы берете черные пуговки, тоже есть такие, похожие на глазки, они такие плоские, но там можно пришивать. Вот и все. И давайте начнем. Начинать мы будем вязать с ножек. И в этой части мы с вами свяжем ножки, глазки, клювик, лапки и хвостик. А в другой части свяжем тело и шарфик. Ну и, конечно же, будем собирать детальки. Так что начинаем с ножек. Делаем кольцо. Или, как я делаю, 2 воздушные петельки набираю. 1, 2. В первую петельку провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Я возьму сразу же контрастную ниточку, чтобы отмечать начало ряда, чтобы вам было лучше видно. Так, замыкаем в колечко и провязываем второй ряд. Во втором ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Провязываем 1 столбик, 2. В каждую петельку провязываем по 2 столбика. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Так, вяжем третий ряд. В третьем ряду мы провязываем 1 столбик без накида и прибавочка. И у нас должно получиться 18 столбиков. Провязываем 1 столбик и делаем прибавочку. И так повторяем до конца ряда. Столбик и прибавка. Так, вяжем следующий ряд. Четвертый. Провязываем 2 столбика без накида и делаем прибавочку. 1, 2 и прибавочка. В четвертом ряду должно получиться 24 столбика без накида. Провязываем до конца ряда. Вяжем с вами пятый ряд. В пятом ряду мы провязываем 3 столбика без накида и делаем прибавочку. И в пятом ряду у нас должно получиться 30 столбиков без накида. Провязываем 1 столбик, 2, 3 и делаем прибавочку. И так повторяем до конца ряда.
Теперь нам нужно, как сделать. Мы провязали с вами 5 рядочков. Теперь мы будем с 6 по 14 ряд провязывать 30 столбиков без накида и без изменений. Значит, нам нужно провязать еще 9 рядов без изменения. И просто по кругу. Отмечаем начало ряда и провязываем. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так провязываем 9 рядочков. И встречаемся с вами. Провязали мы с вами 14 рядов. 30 столбиков без накида у нас здесь идет по кругу. Так, теперь нам нужно вот так сложить пополам. И мы будем завершать ряд. То есть мы захватываем столбик отсюда. Также захватываем и столбик с той стороны и провязываем вместе. Так, соединяем как будто так. Столбик отсюда и отсюда. Завершаем наш ряд вот таким образом. Так делаем до конца ряда. Вот так. Вытягиваем небольшой кончик. В принципе, вот так. Где-то так приблизительно вытягиваем ниточку. Отрезаем, потому что мы ею будем и пришивать к телу. Так. Маркер я уберу. И также у меня связалась вторая ножка. Вот такие они получаются. Так, ножки готовые. Теперь мы с вами свяжем клювик. Вяжем клювик. Точно так же набираю 2 воздушные петли. Так, и в первую петельку провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваю колечко. Так, возьму контрастную ниточку. И второй ряд мы провязываем 12 столбиков без накида. Провязываем. Один столбик. Так. Второй. Третий. Четвертый. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Во втором ряду 12 столбиков без накида. Теперь нам нужно еще провязать 3 ряда без изменений, 12 столбиков без накида. И в общей сумме у нас получится 5 рядочков. То есть мы просто по кругу провязываем 12 столбиков без изменений. 3 ряда. И я к вам вернусь. Так, провязали мы с вами 5 рядочков. 12 столбиков без накида идет по кругу. И у нас уже готовый маленький такой носик, так, клювик. Теперь мы точно так же
оставим небольшой кончик для того, чтобы потом пришивать к телу. Так. Так, клювик тоже готовый. И теперь мы с вами будем вязать глазки. Набираем кольцо. Я беру 2 воздушные петельки, провязываю 1, 2. В первую петельку провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Здесь на глазике, если вы будете вставлять глазки на безопасном креплении, то вот этот ряд, самый первый, вы не стягиваете, не замыкаете очень так сильно плотно, потому что, чтобы вот здесь, в эту дырочку, смогло пройти вот это отверстие для того, чтобы вставить глазик. Так, вяжем второй ряд. Во втором ряду у нас должно быть 12 столбиков без накида. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 и 12. Так, я возьму, отмечу ниточкой наш ряд, чтобы лучше вам видно было. И вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик и делаем прибавочку. И точно так же повторяем по кругу. 1 столбик и прибавка. И в третьем ряду у нас должно быть 18 столбиков без накида. Провязываем. Дальше вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду мы провязываем 2 столбика без накида и делаем прибавочку. И у нас должно получиться 24 столбика без накида. Провязываем 1 столбик, 2 столбик и делаем прибавочку. И так провязываем до конца ряда. Провязали мы с вами 4 ряда, 24 столбика без накида. Теперь как мы будем делать? Мы вот сейчас будем присоединять вот эту плюшевую ниточку, у меня серенького цвета, так? Но для начала мы вот так захватим ниточку, чтобы сразу же и присоединить к этой желтой. Так, тоже оставим небольшой кончик, вот где-то так, и вот таким образом мы соединяем. И мы тоже будем это делать крючком 2,5. Вот в каждую сейчас будем провязывать, будет немножко плохо видно, в каждую эту петельку, в каждый столбик мы будем провязывать эту серенькую ниточку. Этот кончик я тоже сразу же буду ввязывать, так, сюда. А вот этот желтый тоже небольшой кусочек мы оставим, отрежем, для того, чтобы потом мы будем глазик еще пришивать. Так, и давайте смотрим внимательно, в каждую петельку провязываем без изменений 24 столбика без накида. Вот так. Находим их вот таким образом, каждую петельку по кругу 24 столбика без накида. И так до конца ряда. В конце ряда мы вот сейчас будем заканчивать, мы вот так провязываем, так, и тоже захватываем
самый последний столбик. И вот таким образом, как бы вот эту петельку перетягиваем сразу же на вторую. И вот так делаем соединение. И небольшой кусочек мы оставим, потому что нам надо будет спрятать его. Так. Как я его прячу? У нас вот здесь кончик небольшой остался от желтой ниточки. Вот и этот. Я просто беру крючком, ищу место и вот так перетягиваю на изнаночную сторону. Мы его хорошенько должны заправить. Таким образом прячем кончик. Этот можно перевязать, вот сделать на узелочек, чтобы он лучше держался, чтобы потом нигде ничего не вылазило. Вот так. Так. Эти кончики отрежем. Если что-то останется, ничего страшного, это все равно не будет видно, потому что мы с той стороны будем пришивать. А вот этот хорошенько заправляем. Прячем кончик, и я к вам возвращаюсь. Так, и вот связался у меня еще один глазик. Вот такие они должны получиться и у вас. А сюда, в отверстие, мы будем вставлять глазки, когда будем пришивать их к телу. Так, значит, глазки у нас тоже готовые. Так, дальше мы свяжем крылышки. Так, я возьму крючок номер 5 и плюшевую ниточку. Так, делаю 2 воздушные петельки. 1, 2. В первую петлю я провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Есть. Так, отмечаю начало ряда и второй ряд провязываем 12 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вяжем третий ряд. В третьем ряду должно получиться 18 столбиков без накида. Мы провязываем 1 столбик и делаем прибавочку. И так до конца ряда. Провязали мы с вами 3 ряда. У нас по кругу получается 18 столбиков без накида. Так, теперь 4, 5 и 6 ряд мы провязываем 18 столбиков без накида и без изменений. 3 ряда. Просто вяжем по кругу. Провязываем, и я к вам возвращаюсь. Провязали мы с вами 6 рядов нашего крылышка. Так, у нас сейчас по кругу идет 18 столбиков без накида. Теперь нам нужно в 7 ряду сделать убавочки. Как мы делаем? Мы провязываем 1 столбик, провязали. Теперь захватываем 2 передние стеночки и провязываем 2 петельки вместе. И снова столбик и 2 петельки вместе за переднюю стеночку. И так мы вяжем до конца ряда. Вот таким образом мы делаем убавки. И у нас сейчас в этом 7 ряду
получится 12 столбиков без накида. Так, вот так. Закончили делать убавочки. Вот так оно получается. Теперь нам нужно провязать еще 3 ряда, 12 столбиков без накида и без изменений. В общей сумме у нас должно получиться 10 рядочков. Провязываем, и я к вам возвращаюсь. И вот мы с вами провязали 10 рядочков крылышка. Так, теперь нам нужно завершить ряд. Мы как берем столбик отсюда и точно так же столбик захватываем с другой стороны и провязываем вместе. И также снова провязываем столбик отсюда и с другой стороны провязываем. Вот таким образом мы завершаем ряд. Так, провязали, оставим тоже небольшой кончик, потому что нам нужно будет пришивать к телу крылышко. Так, и я уже тоже связала второе крылышко. Вот у нас уже и крылышки также готовые. Теперь нам нужно связать хвостик. Вот он такой должен быть. Так, я вот так подставлю. Так, провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. И в первую петельку мы провязываем 6 столбиков без накида. Провязываем 2, 3, 4, 5 и 6. Так, отмечаем начало ряда и провязываем во втором ряду 12 столбиков без накида. Провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Так, вяжем третий ряд. В третьем ряду мы провязываем 1 столбик без накида, делаем прибавочку, и у нас получается 18 столбиков без накида. Провязываем 1 столбик и делаем прибавочку. И так провязываем до конца ряда. Вяжем второй ряд. Мы провязываем 2 столбика без накида, делаем прибавочку, и в четвертом ряду у нас получается 24 столбика без накида. Провязываем 1 столбик, 2 столбик и делаем прибавочку. И так провязываем до конца ряда. Провязали мы с вами 4 ряда. В четвертом ряду 24 столбика без накида. Теперь нам нужно провязать 5, 6 и 7 ряд, то есть 3 ряда. Мы провязываем 24 столбика без накида по кругу и без изменений. Провязываем 3 ряда. И я к вам возвращаюсь. Провязали мы с вами 7 рядочков нашего хвостика. Посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть 3 ряда мы провязывали 24 столбика без накида. Теперь в 8 ряду мы будем делать убавочки. Мы провязываем 1 столбик, провязываем 2 столбик и делаем убавочку за 2 передние стенки, захватываем и провязываем вместе. И так до конца ряда 1 столбик, 2 столбика и убавка за 2 передние стеночки.
провязываем до конца ряда. Вот так получается хвостик нашей совушки. Сейчас у нас провязано 2, 4, 6, 8 рядочков. Так, теперь 9, 10 и 11 ряд. 3 ряда без изменений мы провязываем по кругу 18 столбиков без накида и без изменений. Провязываем 3 ряда самостоятельно, и в конце мы с вами встречаемся. Провязали мы с вами 11 рядочков. Здесь у нас по кругу 18 столбиков без накида. Теперь мы будем заканчивать ряд. То есть мы собираем опять петельку отсюда и с той, с другой стороны. Две вместе и провязываем. Таким образом мы завершаем наш хвостик. Так. И вот за эти петельки мы и будем пришивать. Так, вот такой хвостик у нас тоже уже есть. Оставим небольшой кусочек ниточки, отрежем. Так, и что у нас готово? Есть хвостик, два крылышка, два глазика, две ножки и маленький клювик, так, для нашей совушки. Первую часть мы закончили. Встретимся с вами в другой части. Всем спасибо за внимание.